Добрый день всем! Сейчас я хочу предложить вашему вниманию очень вкусное домашнее печенье с орехами и шоколадом. Я буду готовить это тесто в процессоре. Вы можете замесить вручную. В чашу миксера я отправляю мягкое сливочное масло и добавляю сюда сахарную пудру. Сахарную пудру желательно просеять. Взбиваем до однородной массы, пока у нас сахарная пудра соединится с маслом. Сейчас добавляю сюда щепотку соли, ванилин и одно яйцо. Добавляю сюда муку. И замешиваем тесто. Тесто получилось очень такое мягкое и эластичное. Сейчас я его заворачиваю в пленку и отправляю в холодильник на полчаса. Охлажденное тесто я выложила на пергаментную бумагу, на которой буду выпекать печенье. И раскатываем тесто толщиной примерно 5 мм. Сейчас нужно взять специальную формочку или тонкий стакан для того, чтобы вырезать печенье. И вырезаем печенье. Сейчас мы будем декорировать печенье. Нам нужна вилочка. Я использую маленькую, можно обычную столовую вилку. Продавливаем вилкой половину печенья. Готовое печенье я передвигаю на лист для выпечки и отправляю выпекать в духовку. Вот такое красивое получилось печенье. И сейчас это печенье мне нужно джемом соединить в пары. Я использую персиковый джем. Любой джем по вашему желанию. Итак, соединяем все печенье в пары. У меня получилось 22 штуки, вот такие двойные печеньки. Сейчас мы берем печенье и опускаем его в растопленный шоколад. И затем в дробленые орешки. И выкладываем на решетку, чтобы печенье высохло. И так поступаем со всем печеньем. Печенье уже готово. Вот такое оно получилось. Очень аппетитное и, конечно же, вкусное. Песочное с шоколадом и орехами. И также с персиковым джемом. Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких. Если вам понравился рецепт, не забудьте поделиться со своими друзьями. Я прощаюсь с вами. До новых рецептов. Всего доброго!